Уважаемые коллеги, добрый день! Сегодня я расскажу вам о правилах подготовки и смешивания костных и соединительно-тканных имплантатов при различных видах хирургических стоматологических манипуляций. Во всех видах манипуляций, независимо от того, от объема дефекта, от правил смешивания, мы всегда будем использовать капиллярную кровь пациента, потому что она содержит кислород и является идеальной средой для поддержания жизнеспособности живых клеток костной ткани. Мы будем использовать аутокость, которая является прямым источником остеогенеза, и будем использовать какой-то костный имплантат в зависимости от дизайна клинической ситуации. Сейчас я покажу вам самую простую манипуляцию использования аллогенного материала, аллогенного лиофильно-высушенного материала отечественного производства торговой марки Лиопласт. Поскольку материал является лиофильно-высушенным, исходя из технологии его производства, он обладает рядом интересных свойств, которые полезны нам при различных видах костно-пластических операций. Материал активно поглощает любую первую жидкую свободную фазу, адгезируя ее в себя и в течение 2-3 минут смешивания мы получаем хороший костный имплантат для установки. При закрытии небольшого дефекта в челюстно-лицевой области мы можем воспользоваться только базовым материалом, не прибегая ни к каким дополнительным компонентам, а также сбору аутокости. Мы будем использовать минерализованный губчатый или кортикальный порошок Лиопласт.